Пора звонить Шимону. Валк. По 3 токена нахуй ебанских выпало. Все, пошли на АИК сейчас 25 уже ставим. Ставлю порт ворон. Мы в 10 закончим, это 20 ставки получается. У нас еще это самое рейд есть на коне 25. Угу. Я же я коней считаю. Я бы просто пошел бы, все-таки хотя бы зачистил, ну там, половину ульдуара, чтобы быстро. Гони закроем еще. Сони тоже нужны, плащи как минимум. Да, плащики, кольцо там хорошее с этих падает. Ну, я про то, что типа у нас все равно воскресенье ульдар, давайте типа сейчас хотя бы первый этаж зачистим. И чтобы у нас там как раз мы входим, алгалон, мимирон, типа воскресенье. Быстро закрываем и расходимся. Никто пока не против вроде. А мы можем вторую 25-ку сейчас провести так-то? Ну, типа нет, мы типа не здесь сейчас здесь. Нет, 25-ку которую не будем вести, у нас людей много. Да, мы предупредили, Айнон спать пошел и так далее. Ну да, я ладно, я так. Типа в параллель еще хоть как-то можно запускать, но такое, у нас типа нет столько людей. Не, ну с большим онлайном, если прям все пришли, то может быть и 2 25-ки в параллели можно будет. Ну да. Но не сегодня. Нет, нельзя, это в целом супер плохая идея. Две 25-ки в параллель, блядь, она никогда не будет так работать. А две подряд это тоже напряжно, мало. Потому что типа ты сначала пошел один рейд, потом садишься на твина, идешь второй рейд, ты охуеешь. Ну да, согласен. Не, ну просто, ладно. Не, мы просто очень быстро это все делаем, пацаны. Вот час прошел с 8. Ну, короче, охота за 2 часа максимум должна проходиться. Ну да, она так и идет сейчас. А так охота есть вообще, квест? Нет. Ну или есть, но я не видел. Я тоже искал, не видел. Уже плащ продают, сыка. Опа, давайте купим на гильдию. Зачем тебе плащ тут? Да мне не нужен, может кому-то нужен. Красивый плащ. Хорошо, хрипата. Без хрипата будем пилить первого босса. Хрипат, ты ушел? Ну, пока на 5 минут. Либо 20 перекур сделаем 5 минут. Давай лучше перекурим. Да у нас пока летят. И суманите меня, пожалуйста. Тыкайте на шкаф. Так, а что мне отсюда нужно? Опять ничего. Ребята, десятка стоит. Ничего. Так, вы здесь не ставили, я сейчас поставлю 25-ку. Лол, да. Выходите. Ой, они там АФК встали, зашли и встали АФК. Уф. Из инста выше, все курит получается. Ладно, да, я пошел кофе налью. Блять, это ж, сука, по-любому надо будет кражан хэм закрывать. Надо будет. Там надо будет эти самые, блядь, как его... Каражан... Как вонючие. Да Каражан ХМ это будет самый лучший инст, ты с него будешь фулл рейд одевать. Да. Типа там маги Гру, это такая помоечка, типа так, сходить туда, что-то там забрать. Ну, там вот это да. Там 260-е АПСа спокойно. Че, я послал 25-ку, да, поставилось? Я... Мы вон на икс. Не-не-не, у нас тут много внутри, выйдите все с инста. Выйдите с инста, алё, блядь. Так они пока встали. Фейп. Ваш перекур. Фейп Лангрис. Я сейчас покикаю. Так, и фейп еще у нас стоит. Все, сейчас я выйду и это самое поставлю 25-ку. А с Карой, типа, мы на X3 после Каражана Гер заходили в своего... Не поставилось. Блять, какого хуя? Потому что их еще не кикнуло с инста. Ну сейчас я подожду пока. А ну и что их не кикнуло, они тут причем... Нет, вот, потому что у тебя Void Fury в логове Грула. А, Void Fury... Да, ну да. Сейчас мы... Кстати, шкафчик быстрее к этому. Скажешь, когда выйдешь с этого вот, с инста. Шкаф поставьте, алё, Локи. Да когда я уже в десятке вот запихнул? Все, Void Fury суманьте, я сейчас 25-ку поставлю. Рост, не помнишь, как баф этих толповолен устраивать, я забыл. Помню. Ну, смотри, типа... Поставилась 25-ка? Баф-дебаф? Нет. Нет. Да вот, не суманулся еще. Слышишь? Ну, подожди секунду, сейчас 25-ка решим. Есть? Не, Войт еще в логове Грула пишет. Блядь, Войт, что тебе там... К...
корыто такое, блин. Так. Все, он тут. Все, заходите вниз. Поставилось. Все, решайте вопросы, я тогда пока. Давай, ну, этот, enable, дальше buff, debuff. Enable икон, buff, debuff, потом да. Buff, потом player. Ну. Потом person, да, выбираешь, или always. Ну, либо всегда, либо когда висит. Нет, present. Да. Потом шоу таймер. Да вам что, русский тайм-эвент скинуть? И да, все? Английский, шоу таймер, ну да. Типа, и название. Больше ничего не надо. И все, да. На уровень второго класса, блин. Ну да, там что-то типа нет ни одного слова такого какого-то сложного. Не знаю, я века уже пользуюсь. Намного удобнее. Да, но, блядь, это сложно его настраивать. Ну да. Зато там можно сделать все. Слушай, а глав 3 хила можно закрывать, получается? Там похилить нечего. Смотри, у нас было 5 хилов, а по факту ХПС у нас такой. А у тебя этот, ты что? Ну я все смотрю, лечение и поглощение с кадой. Так у него такой был и до этого, до магии Грула. Слушай, ну реально АФК контент, это пипец, просто, блядь, штука, чтобы фармить этот Т4 себе. О чем Гудли говорит, я нихуя так не понимаю. Так и целка обычка вот уже как-то. Лункнул он босса, 236 левел. А, понял. Разве целка обычка будет несложной? Конечно, несложной. Мне кажется, они его апнут нормально. Да ну, ты сейчас то же самое говорил. Ну слушай, я рассчитывал на них. Ну то есть, типа, серьезно, вспомни, блядь, ульду. Ну ульдиш просто, видишь, никогда не было. Да, это впервые было. Ну да, тут, по-моему, вообще тут не тактики объяснять не надо, ничего, все знают. Единственное, что, наверное, будет интересно, это вот Карагер, когда выйдет. И все. Ирекса нет, ДДшник у него. У него ДД. Угу. По майну, да, ролится. Ну, по ГП. Кого? Ну, да, получается так. По невмешательству. Какая в шестой пати оказался? Да хуй его знает, как это работает. А флеш куда делся? Вам тут ДЦ не нужен, да, походу? Ну, нужен на вальках будет. Блять, у этого флеша нету проходки, блять. Лол, что? Он как нету проходки, если он полутал Т4? У него, блин, Т4 есть. Нету проходки, но видит 25-ку, блять. А, у него видит. Он и 10-ку не проходил. Я понял. Сука. Ладно, Лангрис, дальше поедем. Че, давайте. Сумонте. Ужас. Джамин, у тебя есть хоть проходки? Да, у идеального все есть. Да, чтобы на все это самое, на следующей неделе все сделали проходки себе. Да я уже, я в субботу сделаю ИК, просто мы долго проходили кару на локе, я не успел полутать. Понятно. У вас здесь завтра время и послезавтра, до второго рейда? Не, у нас суббота. Я шумел, да, вы меня замутили? Да, будет воскресенье. Априори. Может сегодня сходим еще, почистим там пару боссов. Да, так, я Гудлик, понимаю. Гудлик, заходи. Алкалона, Мемерона там. Никовба, заходи. Не, ну можно типа расчистить, типа изичных сейчас закрыть. Блядь, у Халиба нету проходка. Что за хуйня, блядь? Да вы ребята, вы... вот нахуй ты вот Халиб повесил, блядь, с бананом КД, блядь, если бы мог пойти с нами и Вик пойти. Вы заебали, блядь.
Ну, это какой-то рофл, получается. Ну, добирай замену людей, что получается делать. Сейчас я возьму кого-нибудь. Ну да, условно, ну там кто-то из что твинами просто... Блять, вы чем нахуй занимались все эти недели, блять, пацаны, ну ёбаный рот. Один раз можно было, блять, в Икс ходить. Смотрите, а у него можно там было один раз ходить, кому? Да даже в Икс пуги легко проносят, вот я первый раз пугу не прошел. Ну, пуги не очень легко проносят, были случаи, но все равно пройти можно. Люди, у которых нет проходки, далеко не уходите, мы после этого в Ульдуар идем. Да, кстати, да. Бьерн, я на пале тогда сделаю проходку и иком поменяюсь шуманом. Хорошо, хорошо, он настроит. Подожди, так это мейн идет в Ульду, или как? Да, мейн, конечно. 25. Не, ну просто я слушаю проходка, вдруг... давайте лучше сделаем так сейчас, это самое, вот после этих инстов сходим в десяточки, некоторые доступы сделаем, какой-нибудь доступ. Можно так сделать, чисто в Викс сходить. Да, на воскресенье, ну что в воскресенье, мы принесем там льду там за 2 часа, допустим. Ну вот, и потом расходитесь по своим десяточкам. Так и правда, давайте лучше уже 25-ку в эту. В воскресенье, как обычно. Чтобы воскресенье долго. И спокойно ушли, то есть, чтобы не было этого. Угу. И так далее. То есть, сегодня убить там первый этаж плюс Хадира плюс Фрею, ну, там, условно. А ставить как раз-таки Мимирон, Торим, Алгалон и там Йог с этим. Короче, самое... часик-полтора посидеть в Ульдуаре, чтобы воскресенье долго не сидеть. Типа, да, там, ты можешь, слышишь, Дрич, ты тут, Никита? Никит. Или ты пойдешь вторым рейдом, а я Нарзика возьму, может, фрору. Как хочешь. Да пускай уже идет полноценно со вторым рейдом. Сейчас. Там, ну где-то... давай тогда, туда в понедельник во второй рейд приходи на магику. А, сейчас он пишет, ну. Так ты же вторник говорил. На вторник, да. Да, вторник. Да, на вторник, сорян, на вторник. Вторник. Что, народ, погнали нахуй? Ёбаный рот! Или как? Все, все, давайте, Корнес, что-то там тебе не хватает. Лангвис. Карла. Сейчас я это самое всё рыбу. Только такую хорошую. Так, Fire Resist, в лужах не стоим, кастер на максимальном состоянии от босса, затем хил поставишь на Natural Resist. Так, по червякам играем, червяка первого, который двигается, второй потом, который стоит. Ну и все там. Потом ауру поменяете на Frost Aura, когда третий мог лезть. Все, давайте, вообще напор. Давайте, ребята, быстрее принесем. Корнес, что тебе не хватает? Может, Рем у нас шаманизм. Так, Води Фьюри, танк и Сильваныч тоже в танке. Первый танчик у нас Води Фьюри, второй Сильваныч забирает потом с этого. Вот где вы танчить будете? Там, где Возворот стоит. Вы не прогорите тут рейдом всем? Почему не в центре? Mm-hmm. Ждем Корнеса и играем. Да, может реально давайте в центре, типа вот тут 25, да. Тесно будет. Довольно тесно. Ну или в центре, похер. Кто первый танчит? Войд? Да. Все, хорошо. Ну ты изначально подойди, слови босса, который выйдет. Давай еще на пол. А, еще не запустили. Как наш готов? Да, извините, все, я тут. Все, запускаю босса. А кто танк? Танк у нас Сипан еще в Дефюре. Угу. Дайте кулак банан. По банану кулак дайте. 10-минутный. А кто у нас на кулаках? Сильваныч пафает и кулак. Шо, Барк, Сильваныч, не может? Ну, каски бафает, у меня же не апнутый кулак, ляпнутый. У меня тоже не апнутый. Да, у вас два человека в каске бафают. Росс и Spellbound. Зачем-то. Ну, вообще как-то странно. Какой Spellbound? Spellbound не твой. Я не могу им перебафать, кто-то апнутый. Меня забазался, да. Ну да, у меня тоже не апнутый. Ну, банан есть, кулак висит за 8, потом перебафлится, но не апнут, похуй. Все, выйдите босса. Вот, забирай.
Вадь, забери просто. Неверлайн скинь в рот там, либо наблюдай. Не врывайся, пока дать игру на дырку снижка. У нас на пулов нету еще. Или уже есть. Все, есть на пул. С этими его снобольтами в центре идите. В огне стоит. Колбаса, блядь. Взорвал огром. Идеально, дай ему БР. Зато снобольта убили. Что за мир? Снобольд, что там, ну, по-моему, идеальный там в Зенце. Вот, отходи, у тебя 4 стака. Надо сходить с вами, чтобы вместе стоять. Да просто ретаун. После ретаун ты все, да. Забирай. Что, снобольдов поиграйте побольше, ребят. Сейчас будем снобольд разбивать. Снобольтов играем. Танки встречаются мобов. Бьем та, которая стоит на месте будет. Давай, води фьюри, ты танчишь, которая двигается, вот твой, который уже. Влево ее, ой, вправо води ее, по три, да. Пал, ты танчишь та, которая... Милики, станьте перед жопой стенки, тогда, чтобы вас не кидало. Геру дали фуги. Кого будет дебаф, надо будет идти разморозиться. Размораживаемся у Вади Фьюрика. Рейндж наберите друг от друга. Рейндж возьмите, да, кастер. Рейндж возьмите между себя. А возле ворот невозможно набрать рейндж. Ну, относительно. Ну, максимально, да. Разбежались. Все, вправо. Вправо. Пошли. Вади Фьюри, аккуратненько, не поворачивай в рейд. Аккуратненько проходите. Все. Гудлики, кто там еще, Лангрис, Неверлайн, подойдите к Вади Фьюри, быстрее размораживайтесь. Ну, пытаюсь, он отходит. Подбеги. Все бывает, да. Там еще в центре один человек. Да, все нормально. Нормально, все разморозится. Сейчас Рунжу возьмите все обязательно. Мастера отдадите на огонь, когда будет огненная хуйня. Дистанция 8 метров просто и все. Милики тоже соблюдайте. Добивайте. Так, милики, стоите аккуратно, здесь будут кидать служу еще. Не забывайте. Кастеры там, кубок, Вуди Фьюри, Лангрис, Бутер, зашлись. Хилим сейчас с Ливан еще максимум. Стоп. Гудлик или кубок, разморозьте этого. Войт Фьюри. Войт Фьюри, да, сделаем. Все, уже разморозился. Вот так, это у нас сейчас будет тест на Слакера, правильно? Дистанцию наберите. Нет, тест на Слакера это 25. Все, сейчас он двигается, смотрите аккуратно, под ебалом не стойте у него, он будет плевать с радиусом своим лица. С лица ушли от него. Да, я вижу. Везем оружие, вводим. Надо боком его катить. Ман, это темп поставьте. Кубов поназвал, да. Что-то пацанов. Что за банда? Все черные еще. Так, ну вот это вот не предусудительно, конечно. Ну ладно. Осуждаю. Но не черного цвета, я не про то, что они нигеры. Осуждаю. Ну, осуждаю, да.
Да снимали, я сам не верю. Куда, под щит орды? Да, под щит. Ну похуй, давайте под грязный щит. Под грязный щит, вносимся. Взамен уже... Давайте, перебегайте, пацаны. Все уже, можно идти, да? Да, во вторник второй рейд будет. Все, база. Тогда до удачи вам, ребят. Давай. Давай. С огня на лед переключите, а вы... Да, на лед поставьте. Под альянс перебегите, но попросили вас уже сколько раз. Сейчас смотрите, на каком крестик будет, право-лево отходим от креста. Отходим. Почему мне ДБ не показало, кстати? Это первый раз бывает, не показывает. Десятки то же самое. Сейчас должен показать. Прошел приезд, да, мне? Право-лево сразу сбегаемся. На исполина смотрите. Одрич, блядь. Красавчик нахуй, Одрич. Я только бурсить собрался. Я уже все нажал. Не один ты. ГТ получается. Уже и ВК припоминаете, пацаны, 25. Да. Нет, не особо. Не дается. Чего? Там еще ускорение не дается. Да. Во-первых, прах мобы еще выходит по времени. Вы не успеваете долить одни. Вообще кайф. Не, ну если это слабый вот. Рейд просто. Да. Череп, ребят. ТТМ уберите там, которые стоят. Да похуй. Все нормально. Нет, ТТМ похуй, не реагирует. А что не видит ТТМ? Или он, по-моему, в ВВК в них нет, там ТТМ бывает, он... Не-не, вот в десятке тоже врезался, было дело. Вы умрете. Я зависаю. Умрете. С пацанами? Нет, меня что-то подвисает немножко. Вроде разлагал. Блять, еще и на меня бежит. Бей, брат. Угу, ну, дай мне силы. Ты ж дух стаи можешь врубать. Зачем тут ускорение дается? Ну, для своих пацанов. Так оно всем дается. Тем, с которыми он зависает. Ага, ну они уже побежали в эту сторону. Ой. Ну, все понятно уже с вами. Так, трофеи есть еще будем чем делать. Пролу давать. Ну да. 50 голды. Так, все-таки ГБ. А когда можно будет уже закупиться, как говорится? Да, я бы тоже хотел. Он же без ГП, да? Да, без ГП. Парола. 50 голды. Ну кому-то я на обмен буду играть. Я бы Т9. Кто менять будет лучше, давайте. Я буду менять, допустим. Рост, ты будешь менять? Да. В дефюре будешь менять? В дефюре сразу. Да их же тут супер много падает. Там вроде с ластап 4 или еще сколько. Это в хэмке. Это в хэмке, да, было. Хулипал, надо тебе грудак? Это вообще на ханта. На ханта. Ой, блядь, на ханта, сорян. Это на ханта, да. Я что-то хасту крит увидел, но это, блядь, хиловская. Я вам объясню, это не на ханта. А на кого? Ну, у хантов фул интеллект же в эту ВП идет. Крафтер друиды. Держу в курсе, крафтовый пизжа. Держи, держи. Ну... А что делать, если у меня 400 меткости? Вот так вот. В ком? Надо кому? На, смотри. Ой, стоп, не то линканул. Почему она линканулась? А, стоп, все правильно. Посмотри, там... Запускайте босса кто-нибудь, запускайте. А Айнон покидает гильдию? Ну, пусть лекарь, пусть бывает. Ну заебись, блядь. Зачем кады? Эх. А почему? Печально. Не взяли его, рейд.
Блять, я спросил нормально, нахуй, чё, блядь, пусть и ходит, нахуй, пизду, блядь. Так он же сам написал в рейде, что он может в другой день пойти. Ну да, ну что? Но он не написал, что в другой гильдии. Ну да. Может пойти, но в другой гильдии. Кто ливнул там? Айна. Шаман. Блять, а он с Везекс это спиздил Триню. Да. Да, с Триню. Да. Чего? Ну, этот искру, которая. Да пусть ливает, господи, блядь. Найду. Да, два танка также. Так, будут появляться элементали, элементали заливаем. Этих гремов. Локи через. В Дефюри будет МТ у нас, а с Ивановичем в танк будет. Ох, уже этот в Дефюри. В Дефюри, давай. Тем более, он нашел еще одного лема, ну, более-менее адекватного. Какая нам тоже адекватная лента, поэтому. Ну, надо узнать, что случилось хотя бы. Ну, потому что не взяли его в рейд, наверное, за это. Может, мне скликнул? Да, типа, не взяли в рейд, это такое, ни о чем. Может, значки продать, пусть знаешь. Нам нужны значки, так. А может, рефрайбри раз делают? Так, с босса никто не пуржит, мы с этим зорким, ну, воруете? Да, поворуем. Ох, вы воры. Воры в рейде. Это вы у Куба бы угнали скорт? А что сбивать только? Иван, человек это крашит. Забавно, что у Джараксуса почти столько же хп, как у Груля, блин. Ну, чуть-чуть там, 20%. Эх, факинайт в среде вышка такая, в среде. А, по зеленкой не действует? Нормально, буду знать теперь. И Кош тоже снимает. Каст. Папка разумножит. Бутер. Кто-то один стак, блядь, спиздил босса. Это должен быть пока стаков с орким. Так, это самое. Сейчас будем забирать големов этих. Нравится кастер големов. Это разморозка. Инфералов. Другая не инфералов. Инфералов. Инфералов отходим, когда они ее уешат. Танки его попробуйте забрать. Все нормально. Банти и флотки. Теряйте просто, просто фир дайте. Я просто не позбивал бан. Бан не надо давать, не надо бан давать. Инфералов бить нужно. Только им кас больше вал. Никто не сбивает, ну что сделать, он стоит касты. Просто фир давайте и все. Касты босса, лорки пиздим. Каст босса. Да, босс играем, добиваем так все. Вышел Валк. Стаки, да, что-то я тут копанул. Интересно, кто морал сам? Дайте Индер, пожалуйста, Зор. Индер по Зоркам зря идеально. Пусть подамажит сейчас потом. Кто-нибудь в Дефюре там. Все можешь. Куба бы захилиться. Все, если появляется сейчас Лакрима побежала, это самый вулканчик, просто мобов в контрольсе. Выбиваем босса. Стаки. Локи, просто баньте и фиряйте. Больше ничего не надо. Клуба захил. Вы умрете.
Квелт, поставь тотем. Банан защитился. Что там? Боешь попал. Найс. Что, и ноги охуенные. И этот, и левая выпала. Блять, где лук? Ну все. Так, роли только те, кто будет обновлять свои шмотки. Так, 75 банан, 84 хрипаты, 85 слангрис. Слангрис, ты будешь свои шмотки обновлять? А ты 9 буду надеться обновлять. Сколько ты будешь здесь обновлять, одну или две? Я буду 4 штуки обновлять. А тебе не надо 4 у тебя? А? Тебе 4, ты 4 не нужно, что ли? Ну, у него ШП мейн. Ну так мейн ШП, ШП носит Т4, правильно? ШП, 4Т4. 4Т4 ШП носит. Ну, значит, слангрис... Лангрис, ты кому даю? Ты себе на офспек хочешь забрать? На этот, на оф. Так на мейн, пусть мейн апает. А ладно, короче, забирайте эти. Кто там у нас? Хрипаты, ты какую еще шмотку будешь апать? Одну шмотку, все, хрипатому даю. А сколько ап стоит шмотки? 5 часов, там 5 часов, да. Нормально. Ух, блядь, на танк охуенные штаны, блядь. Почему не варом пошел сегодня? Я как раз... Твой, Сильвантич, надевай. Запрыгивай с двух ног. Шел бы варом, они не упали. Ага, да. Имба, братик, имба. Но теперь главное, чтобы еще 3 не упало. Много хочешь. Кастера. Я даже знаю, кто их заберет. Кастер надо вам, нет? Нет. Исполина. Блин, я бы на лока взял. А мне кажется, Димон тут топ еще взял. Я там попизже. То что там БК ко мне? Там хаст нет. Так. Иванович, у тебя щит есть такой какой-нибудь голяцкий, там серый какой-нибудь, зеленый? А, блин, не, забыл я про это. Давай, я тебе сейчас поставлю порт. Ты кто у нас, Ренегат? Хотя нас это голодом. Я маску сейчас. Чтобы он надел щит, чтобы мы не бросили. Любой что, белый щит. Пинг щит. Даст. Не ставь порт, я хочу сам проплывусь. Да. Они бьют всех, у кого мало брони, приоря. Ну, мы будем стоять на другой стороне, чтобы милики эти не сорвались на другую сторону. Ну так, теперь делали на других серверах. Так, первый цель у нас будет... Сейчас, сколько у нас... Ух, блядь, миликов раз, два... 4 милика, блядь, Вась. Так изи. Коня мало. А у нас танков мало? Ну, 2 танка надо будет. Так, черри будем заливать. Весь рейд идет налево. Сейчас, погодите, я щит куплю. Слушай, захвати, пожалуйста, бронепоты Корнесу. Так, вторая цель у нас маг. Линканите название. Зелье, блядь, как это? Сокрушимость называется, да. Сколько? А ему 2 штучки пусть будет. Какой-то жесткий против нас сетап. Да изи вообще, сейчас убьем. Так, кубик, сидишь на друизе, банишь его, луну. Так, я втянул крест туда, когда будет начинаться батл. Так, что у нас еще там? В принципе, лок не сильно дамажит. Фейп, сядешь на лока, сбьешь ему основной касс, это адское пламя, которым будет уешить. Так, если стоим, короче, кастер, тряпки, это очень важно для вас, стоим вот на этой деревяшке. Не сходим. Так, по притяжкам. ДК, хрипа, ты первый пригрипнешь нам череп. Потом в рейд, в второй ДК, гимен, ты притянешь сюда в деревяшку. Услышали ДК, да? Все, отлично. Танк у нас с другой стороны танчит. Вади Фьюри и Сильваныч, идите на другую сторону. Сами Холипал будет. Холипал, дай, пожалуйста, Корнесу бронепод.
Корнес, стоишь тоже где-то, где-нибудь здесь, вот, их двоих хилишь. И бронепот выпьешь обязательно. Так. А кто брал? Сиваныч брал, ему трейд кинешь. А танки вы держите где-то под этим... Я дал уже бронепоту всем. Сиваныч дал бронепот, да? Танки вы держите мобов. Мне сказали купить 4, просил кубов и Лангрис. Я купил 4, у меня больше нет. Блять, кубов дай этому Корнесу один, вот эту штучку. Так он же, блядь, хулипал. Чтоб на него не срывались, на него могут срываться. Ну, блядь, половина шмота, там у меня кольчуга. Держи. Ну. Рога, ДК, вот я обозначил печенька, трусы, квадратик и рога еще сейчас обозначу звездочкой. Вот, ребята, если какой-то пиздюк срывается из этих меток, надо сразу контролить их, там, жабку кидать, там, фир и так далее. Так, первый у нас пуляет сразу танки, начинает. ДК, вы сразу начинаете, после пулов танковских, сразу начинаете тянуть череп. Так что готовьтесь. Так, все, вроде бы все расставлено, вообще на... Я его разберу. Но там в основном все на Сиване еще будет сидеть, так я что тут. Там все по КД. Фейп, ты тут? Да. Ты сидишь на ромбике, сбиваешь маской пламя в основном. На лоб будет. Все, в кастре стоите все тут, на деревяшке, никуда не уходите. Танки вперед. Припаты вперед уже подойди. Все, сразу водите почти ДК тяни. Фагимейн сразу второй грип. Все, Гео дали фул ДПС. Квадратик у нас рейд ушел. Квадратик потом сразу сыграем, если что. По магу даю это самое. Хек. Череп играйте, играйте череп. Дисплейте черепок. Ходки снимайте с него. Шаман, Валк, вставай. Умрете. Вы умрете. Паладины можете тоже таунты прожимать. Квадратик, ладно, заберите. Масферы дайте, подойдите, у кого остались там еще. Фейп, зевай на этому самому уроге. ДК, тяните сюда. На ромбе еще. Вред. Тяните сюда, вот черепок, быстрее. ДК, тянули. Ага, все. Второй ДК по кресту быстренько дай. Притяжку. По кресту, кого? Притяжку. Крест играем, говорю, крест играйте. Все, ДК только законтрольте. Волок, есть стать у тебя? Играем по кресту сейчас. У нас еще трусы тут бегают, а трусы за... Ты сам, не уешься сегодня. Идеальный БР по Валку. Банан, дай БР по Матусу. Фейп, сбей Ромбик. Блядь, сука, тело покинул. Короче, командуй рост там. Ну, рез, блядь, что ты долго резаете, блядь? Магу дайте Брокси расконтроль, он стоит кастует. Так мага добивайте. Друзья, забыл. Играем в крестик. Сколько там кресту осталось? Много. Ляма 700. Давайте в крест быстрее играйте. Стаки? В крест играйте. Не забывайте пуржить. Диспел. Мать диспел дайте кресты. Ну. Глыба. Волк опять убило. Квелл, тотем на ману. Исполин гимн. Диспел есть? Гимн на ману дайте тоже. Даю. Убили крест? Да, кого следующего? Да. Ромбик, в лок играет сейчас. А, стоп, там трусы бегают рейди, да? Да уже. Не, уже нормально, бегает. Они далеко, все хорошо. Все, давайте все, играем в ромбик. В ромбик играет. Каст. Лакрима, дай БР по гудлику. Пало бобы, раскидывайте по кастерам нашим, когда кого будут бить. Мы не контролируется. Просто ходки снимайте, главное, с лока и все. Потом, кто там в рейде еще? Квадратик бегает в рейде? Кикаста. Да, квадратик бегает. Но мы потом сыграем. В квадратик играйте. Это ДК, надо убить его. Кастера будут резать. Зорки там дефайся. Гудлика, боба гуглику дайте. Да массакру просто дай. Квадрат? Давайте в квадрат. Там еще и маг у нас рядом. Так мага убили уже. Так не, убили, убили, убили. Ходки быстренько снимайте. ДК играет сейчас. Вы умрете. Вы умрете.
Что у вас там дальше? Да, бьем квадрат. Угу. Сколько процентов у него? 20. У нас у хилов мана проблема. Инри, позвивайте хилом. Банан, злей кому-нибудь, Инри. Все, убили до кого. Стоп, нет, в ромбике. Ой, в звездочку играем, все. Звездочка в рейде? Да. Бейте звезду. Лангрис видно. Че там, просто хилов потом доливаете по одному и все. Потом уже... Кто там остался там? Три метки остались еще. Да все нормально, просто сейчас звездочку залейте, главное. Там еще ретрик бегает. Ну, как мы знаем, ретрики бесполезные. Он тоже не ОЕ. Да, да, ретрик это треугольник. Ретрик, треугольник, ДК, квадратик, печенька, вар. Это ну косты. Вар у нас тут это, у меня не кинг с ним. Идеально убили. Блять, есть у кого это самое, Бэр? Нет. Всё. А, у кого-то есть, у бананы. Поднимай бананы. Не надо, наверное. Да зачем плохо? Да мы уже добьёмся. Всё откатится. Что дальше? Луна? О. Луну давай добейте. А Луна кто-то кто вообще? Дерево? Прямо. Дерево. Ну, заливайте да. Сейчас хилов, потом уже остальные. Покикайте, ага, все. Там рядом Каифа стоит, кикать ему косты. Там Рога или ДК какой-нибудь, сядьте на косты просто все. А им похуели, все нормально. Все, в Каифу дальше играем. Метку поставил. У меня нету сердца. Я не поставил, поставил хантовского. Рига разве не со следующих? Она с валик. С валик. Вот топор прикольный. Да сейчас выпадет Запа, я их заролю, а потом выпадает Прига, и я плачу. Сука, это получается ачивку сейчас я не получу, блядь. Так, чё ты плачешь, Найвер, я заберу. С чего ты вдруг взял, что ты заберешь? Если ты заберешь Запа, то я заберу Пригу. Давайте сначала. Строка Гарамадара играем. Строгара? Ну, а не выбьем, то заберем потом, когда выбьем. Тут вообще, типа, ну, типа, реально, они добавили такой контент, я что-то думал, что будет что-то получше. Думал, сложное будет что-то. 180. Когда, скажи, когда ты был маги грубый или тяжелый? Я не знаю, я не играл здесь. На Сильвановича можешь не отвлекаться, я здесь не сдохну, я подхилюсь сам. Но я реально рассчитывал, что у Грула будет хотя бы, ну, 120 лямов, понимаешь? Я тоже так думал. Я думал, типа, ну 120 лямов у Крула, типа, ну пускай не 180. Сейчас вы наноете, блядь, тут сейчас подкусим. Нет, так, никто не будет ныть, ну на форуме я точно ныть не буду. Я они что же когда-то, блядь, помню, как-то... Они каражан добавили. Вот, ой, каражан этот, РБК добавили. Какие-то там наныли на форуме, что типа, ой, мы что-то проносим РБК, блядь, все, за 2 часа, блядь. Типа, ну давайте, мы вам накрутим. Пидорас, блядь. Теперь, это теперь они ноют, что никто не РБК не регает. Ёбаная, сука, гробница, час. Угу. Душновато там. А если еще с подфером словить две пачки, там вайп 100%. А там и с одной пачки можно вайп, если, блядь, челики заходят, вообще не знают нихуя. Ты им говоришь, блядь, контроль, тебе они шипают милика. А, шип не контроль? Милика, блядь. Ну ты же не сказал, кого контролить, кого? Ким нарушили. А кто, кстати, Айнен был в статике? У Донта. У Донта. Ты вообще не понимаю, почему он ливнул. Я тоже не понимаю логики. Надо спросить, потому что его даже в сети нету. Так может это не он? Если бы не он, то другой бы не смог. Да это же на...
Вот именно, Гудлик, что он не долбоёб, типа. Не, я же не говорю там, что ты на замену идешь. Я же не спросил нормально. Пойдешь на замену? Ну, пойдешь в другой день. Щиточек. Да, пойду. Коля Павлов, как повезло. Ну, все. А чего это самое, блядь? Открыл, сказали, не сказали. Я бы зашел бы, блядь, в одежке бы полутал. Ну. Блядь, пиздец вы нахуй, единоличники, блядь. Сказали бы, что вы убили. А этот щит нормальный, Холи Пауло, или лучше с Тарима? Тарима дырка, а тут нету дырки. Ну вот, а я ж в чем. Можешь забрать? Пофиг. Подожди, да. Рос, на тебе этого самого ответственного. Распределяй лут. Вообще. Ассист, да? Угу. Куда делся весь лут? А, все нормально. Быстрее только забирать, то сундук исчезает. Давай, наверное, Кнайс будешь забирать щит, нет? Другие там. Ну, слушай, в нем короче, больше крипов. Я первый. Ну давай я заберу, ладно. Пофиг, давайте, ну, ставьте. Пока упадет. А, так ты можешь распределить лут? Я могу только так, штаны и щит, и все, остальное больше ничего не смогу. Я Кнайс прямо оставлял. Кнайс забирает. Да нормально. А то МП5, да. Да, ну, МП5 это фигня. Так, мне скорее... мне крипа надо поднимать. Корнесу давай. 150 или сколько, 200? Я сам начислю. Окей, Корнесу дал. Трофей авангард. Это про... Для тех, кто будет апать только шмотки. Рос, я забирай. Нет, там вот кто-то 80. А, лакрима будет по-любому апать. У меня там ДТ-9, 4 шмотки, даже 5 шмоток идут, наверное. А Диану ты еще не ролишь. Он будет Т4, наверное. Этот, а где... Кому сферу рыцаря? Тебе скинуть? Да, все скидай мне. Ты ролил? Я не видел. А, он 2 выкинул. Сферу рыцаря? Не. Да, я тебя не вижу. Я тебя не могу ее скинуть. Себе скидай. И штаны. Хоть бы что нормально упало. Так, ты начислил ГП всем? А. Штаны, штаны Квелта ушли. Угу. Сейчас начислю. Я Айнону сейчас пишу. Да, Айнон не в сети, я ему написал, может, написали. Да, я тоже написал. Вот только что вот он зашел в сети. Слушай, я его не вижу. Что, запускаю босса? Не туда, до ЛГП. Don't. Мой до ЛГП. Туда, туда, туда. Почему не туда? Да. Тион частоты. Точно? Да. А, ты по местам поменял. Да нечаянно так, ну тут похер. Берите себе темный портал. Сильванович, берешь белый портал, танчишь темный. Темный. Угу. ДК берешь, ой, этот, в Дефюри берешь темный, танчишь белый. По команде меняем порталы. Так. Че на пол? Мы в 4 хила или в 5? 4, 5. 5 хилов тут обязательно потихов. Магрис, ты ДС сейчас? Назначили, кто ловит сферки? Зачем? Не надо сферки, вот это не хэмка. А мне кажется, надо будет. В десятке надо ловить сферы. Блять, я ни разу не ловил. Не, в десятке не надо, типа, ну в двадцатке, мне кажется. Ну посмотрим сейчас, если что, там половим. Все, поехали. Сагня, на тьму переключите. Да, на тьму переключите. Массакр, если что, дадите потом. У меня есть массакр еще. У нас 3 массакра. Решили не подойти. Так, а мы черепок еще бьем, да? Да, черепок шпили. Ты так себе не знаешь. Да я их по цветам не различаю. Не это, Войт, не надо мостом. Ну, вот. Так, Лакрима, подними Лангриса, если есть. Вставай и забав сразу Лангриса. Взяли белый портал. Ну не входите, ребят, ну следитесь оттуда. Крест играйте. Не нужно в него входить. Крест играем.
По кресту бьем, дело портал и крест играем. Успели? Успели. Да, успели, нормально. Да, у меня все супер плохо, 0 FPS почему-то. Купи компьютер себе. Да, переходите потихонечку на левую сторону. Аккуратненько не цепляйте эти самые церкви. Особенность 5 секунд смотрим. Продолжаем бить крестик. Дать массакру под этот каст? Нет, зачем? Лангрис не взял себе портал. Лангрис еще не поймал портал. Я вроде тыкал. Какой ты тыкал? Белый или темный? На белый тыкал. Да, потому что вы да, убегали. Банан, дай БР по Лангрису быстрее. Он не спадает, если что, портал после БР. Лангрис, скажу, когда ставить, не ставить пока. Так мы еще не БР надо. А, ну... У него еще КД 8 секунд. Давай БР сразу же. Пока не... Так, взяли все темный портал взяли. Играем по печерику сейчас. Квел тотем на ману, исполин гим на ману. Сейчас прокастуются и побежим в другую сторону. Переходим в другую сторону. Аккуратненько, только серки не цепляйте. Продолжаем без белого. Касс, пока не сбивайся. Сейчас беру. Не выбегайте, ребята, если он в рейд летит, чтобы все словили баф. Бля, ну Невер, ну камон. Плохо, Титани, меняем просто, добивайте просто. Пусть надо поменять. Крутишь ДПС тут свой, я все вижу, бля. Что, две приги упало, ребят? Угу. 10 плюс. Ага. У, сука. Опять холли пало везет, что за? Ропа-рола, да? Она мне не нужна. Это... Этот грудак. Блять. Только Бьорн, забери себе этот. Я бы его паролил. Лутера. А что это ты паролил? Трофей. Это паролил. Что, одна шмотка упала только? А нет, три шмотки. Так, банан, ты будешь что-нибудь апать? Или ты будешь на 4 бегать? Все, я понял. Какой? Блять, я не могу брать их нахуй. Хотя нет, не буду нахуй лутать. На хули плавал, но успех, может, надо кому? Уж блин, на распыл. Бля, успех, бля, поломать. 25. Короче, ретики там. Докали холики. А что, а чего не запустили? Надо было полутать и... Запускайте. Надо кому грудак этот? Там по статам не сойдется. А что, штаны никому не нужны? Нет, я говорю на успех. Никто не хочет играть с ними. Да. Так, Валк, ты на что? Ты на... Это самый грудак, да? А штаны этот, с Ульдуара лучше 39-е. Хорошо. Ну так вот. Надаю. Исполин, дай грудак Валку. Там просто третий сокет. Ну там нету 82 меткости. Как... Я говорю за штаны этот, штаны. Да. Вот, видишь? За латные? Латные. Грудак, да? Подожди, а ты точно дал Валку? Да, грудак.
А, ты за грудак дал, все понял. Да. Блять, а я забыл, мне нужно что-то полутать с ИК, только я не помню что. Пригу. Да не-не-не, какой-то шмот. Просто Мерлина грудак было получше, чем он. Да, Марина, а у нас в портфеле еще ничего не падало, еще не рецепты, да, ни одного?